Приветики! Сделаем свой декоративный скотч своими руками из бумаги, в коробочке. Это суперские идеи для школьной канцелярии или личного дневничка. Оформляй и украшай с удовольствием. Возьмем небольшой кусочек бумаги 10 на 15 сантиметров. Сделаем на нем следующие пометки карандашом и соединим все это дело отрезками. А обрежем ненужное. По начерченным линиям сделаем сгибы при помощи линейки, чтобы было все ровно. А также сделаем небольшие надрезы в нижней части, как я. После склеивания у нас получится красивая бумажная коробочка для декоративного скотча, который мы с вами сейчас и сделаем. Расчертим полоски нужной ширины, раскрасим в двойном экземпляре и вырежем их. Склеим, получая длинные полосы. На обратную сторону наклеим двусторонний скотч. Скрутим полоску улиткой и поместим в коробочку, оставляя небольшой кусочек. Готово!